Смотри, Путин. У Америки есть кое-что, что никакая пропаганда не победит. Высокие моральные принципы. Один из вице-премьеров российского правительства даже наехал на Соединенные Штаты, цитирую, «Белый дом еще до расследования катастрофы Боинга точно установил, кто виноват. Ранее Белый дом также установил наличие у Саддама оружия массового уничтожения». От этой пощечины будет след. Всего один разик. Вторгаетесь в страну под предлогом, который потом оказывается неправильным. И тут же меняете предлог. Прикидываете, что ошибки не было. Они нас в это носом тыкают.